приехал в гараж, техника стоит здесь в гараже. Ну а сейчас вот, короче, застал такую картину. Грузят лес. Грузят лес. Лес, вот тут бурты лежат леса. Там, кстати, сено лежит, которое я вам показывал как-то. Грузят лес на юмзике, ЮМЗ, самодельный кун. У него сваренный на юмзике. Это КамАЗ стоит. В Омск повезут лес. Чего жду? Сейчас должен хозяин приехать трактора, того, которого я хотел поснимать для вас. Трактор стоит в гараже, хранится вот в этом. Это наш деревенский колхозный гараж. Вот так вот. Он сейчас, его парень этот гараж в аренду вроде как взял у владельца. Вот, и вся техника там стоит. Отопление там такое. Ну, зайдем, покажу. Я тебя не буду. Так, друзья, вот трактор, который вы просили показать и рассказать, стоит на ремонте. Что у него сломалось-то? Цилиндр рулевой. Рулевой цилиндр сломался. Штуцер отпал. СМДовский двигатель стоит, да? Да. СМД... Сколько он? 19, наверное. Вы его ремонтировали? Да. В прошлом году. Че? Поршневую перебирали полностью. Угу. Полностью перетрясали, вывозили. Это Муромцев, да? Ага. Да, вал точили или нет, или просто поршневой? Другой вал. Вал другой? Ага. Понятно. Так, что тут, мосты 66-го же стоят? Да, мосты 66-го. Укорочены или нет? Нет. Такие, как и есть? Как есть, полностью. Передний мост. На рессорах все это дело. Рессоры стоят. Резина от БТР, наверное, да? Ну. Так. Задний мост тоже на рессорах. Задний мост тоже на рессорах, да. Видно, как рессора прогнулась. Ну, плита уже. Раздаточная коробка. Раздатка, коробка зиловская. А это раздатка 66-го? Ну. Так, такое пространство. Ручник, все стоит. Ну. А как соединили этот СМДовский мотор с этим? Этот стоит, колокол другой, под коробку сделанный. Вон, видишь? Вон, пока. Видишь, как? Хрен знает. А, ну-ну-ну. Видно, не видно. Не видно. Понятно. Сейчас с той стороны. Тут лопата устанавливается. Да. Лопата стоит, лежит около ворот там. Ага. Зимой иногда зацепляют и чистится. Это где? С этой стороны цилиндр-то? А, ну. Вон. Снятый там. Не видно, наверное. Тут. Слушай, это стартер стоит же у вас? Ну, пускач. Пускач? Ну. А, ну, на пускаче стартер. Это стоит, компрессор. Не, я знаю, нет, просто бак стоит. Ну. Для этого, для пускача. И что, ты дергаешь его? А, дергаешь. Со стартера. Стартер маленький. О! А тормоза? Воздушные. А, воздушные, ну. Ресивер стоит. Уже нет воздуха. Ну, ушел. Понятно. Ну, лопата сзади стоит. Все видели, как Анатолий толкал снег. Обыкновенный цилиндр стоит, сотка. А рама стоит 66-го, да? Да, она вот резаная.
резаные, укороченные, короче. Да, вот она, вот сваренная заново, вот тут. Ну, накладка. Ага, сваренная, укороченная. Понятно. Вот они, воздушные тормоза. Ну, кран воздушный, да, это. Регулирование. Тут стоит бак, гидробак. Там бак, простой бак, наверное, литров на 200. Нет, литров 150, наверное. 150. Он узенький. Гидробак сделан из этого, из ресивера тормозного. Но он, ну, смотрю, этого, на учете не стоит, наверное. А. Понятно. Так, как управление на нем? Как оно обычным? Т-150? Нет, Т-150 переламывается. А это ну перелом. Да, ну понятно. Не, ну обзорность-то. Да, видимость-то хорошая на нем. Круговую. В кабине тепло? Да, ну нахуй. Холодно? Конечно. Почему? А ни печки нихуя нету. Понятно. А этот гидромотор стоит какой? На гидравлику. 32-й? Нет, 10-ка. Вот не, на гидравлику. А, 32-й, вот он стоит. Вон. А, ну, да, это стандартный. Ну, а это гидробак на 10-ку идет, на рулевое. А, гидробак? Ну. А я думал, это бак. Нет, бензиновый. Там стоит бензиновый бак. Ну, понятно. Все понятно. Вот они стоят, воздушные. Ну, камеры. Да. Воздушные, ну, тормоза, ну. Да, воздушные камеры под эти. А ты цилиндр-то снял? Да, вон он там. Ага. Что тут еще? Вот он, пускач. А, да. Вон стартер стоит. Ну, улитка, да, все это. Ну. Сороковка, наверное, этот, как его звать? Аккумулятор? 60-ка. 60-ка. Ну, так, что еще? Ну, все равно же он лучше, чем ДТ. Ходовая покрепче. Он и повыше. Чем у ДТ. Привет, Сергей. Повыше. Проходимость по высоте лучше проходит. Ну. Пни меньше что подцепляет. Понятно. Ну да, пни меньше цепляет. С гусянками ебаться не надо. Не сходит так. Само то. Че, трактор собрался покупать? Ну да. Нет. Попросили ребята показать. Вот сварено здесь рама еще. Ну вот она, резаная и вареная. Сваренная. Попросили по интернету, посмотрели, говорят, о, покажите, как сделанный трактор. А это радиатор какой стоит? Я не знаю, он газовский. Хватает? Хватает. Ну, не греется? Нет, еще нагреть нельзя. Нагреть нельзя? Ну. Шторка стоит или нет? Закрытый или все? Просто кордонка. Ну, а входит сколько тут литров? Литров 25, наверное, под 30. Тридцатка входит, грубо говоря. Понятно. Ну, а так, что еще? Что показать? Вот все остальное. А там что-то кран стоит какой-то. Вот. А это перекрываю воду, чтобы грелся быстрее. Грелся трактор? Ну. Тогда он гоняет по малому кругу. А, ну, и термостата нет. Как термостат, ну, кран закрываешь маленько. Ну, так же можно и профукать, забыть, что кран закрыт. Почему? Он все равно в радиатор давит. Ну. Просто меньше давит, не гоняет полностью, а потихоньку. Ну. Быстрее нагревается. Понятно. Сколько это, какие неудобства в нем? Что бы ты сделал, были бы деньги? Или желание. Печку поставил. Че хрен я знаю, что. Как сцепление тут хреновенькое. А сцепление какое? Ну, это зиловское, да? Слабоватое, что ли? Ну, оно как-то не нравится на мне. Тяжелое, жесткое какое-то нахуй. Может, недоделка маленькая какая, нахуй знает. Или усилитель надо какой? Ну. Жесткая она, короче, хреново включается, короче. Ну, или может, диск подносился уже, что это. Ну, это вы же его купили год назад, или два.
Или год. Нет, полтора, наверное. Полтора. Полтора года. ДТ продали. Ну. ДТ там надо было же ремонтировать эту ходовку. Да там все надо было ремонтировать. Пока новый, он еще ходит, как старенький, так начинает ебать мозги. Ну, а так все вроде. Гараж перегорожен здесь такой деревянный, этой, чтоб не весь. Входит вот ДТ, ДТ, я говорю, блядь. Т-150, самокат, Урал. ЮМЗ. А, да. Ну, раньше-то в колхозное время тут же в три ряда стояли трактора. За этого, по самым краям. Сейчас все равно. Замерз, что ли? Две. Одевался теплее. Такая печка, которая топится дровами большими. И газом тоже. У тебя такая же в гараже? Меньше? Маленькая. У тебя, наверное, теплее в гараже? Нихуя себе. Теплее? Конечно. Сливаю. Ты воду даже не сливаешь? Гараж меньше. Тут в два раза, три раза. Не, ну понятно, этот тут вот потолок. Старый гараж же. Но он теплый всегда был. Так, ребята, для вас снял обзор самоделки той, самохода. Короче, стоит трактор в гараже, там сломался штуцер, рулевого отпал. Отломили, надо варить. Ну, короче, в темноте он стоял там. Фонарем своим этим снял, что можно было, показал для вас. Так что, смотрите, комментируйте, спрашивайте. Что хотите, что понятно вам, что непонятно. Вот так вот. Ну вот все, наверное. Что, тянуть кота за хвост или за что там, за яйца. Вот так. Ну, что мог объяснить, рассказать, показать. Наверное, все показал. Может быть не все. Что вам будет интересно? Ладно. Все.